Дед Мороз желает очень счастья каждому из вас, настроения, везения, денежек больше запас. С новогодними поздравлениями и подарками пришли на Одинцовский рынок Дед Мороз и Снегурочка. Уже около 10 лет в преддверии зимних праздников здесь проводится конкурс на лучший костюм и лучший декор торгового места. Участники не перестают удивлять креативом и выдумкой. Таким образом, мы стимулируем наших продавцов оказывать не только услуги торговли в рамках законодательства, но также, чтобы это было эстетически красиво и поднимало новогоднее настроение. В непростое для всех время эти положительные эмоции – лучший подарок. Ежегодно рынок украшают в едином праздничном стиле. Красочные костюмы продавцов – прекрасное этому дополнение. Всех участников конкурса наградили подарочными сертификатами, а новогодние гости поздравили всех с праздником. Пусть в этом году исполнятся все наши заветные желания. Пусть над нами будет всегда мирное голубое небо. И счастья вам и вашим детям. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».